Здравствуйте, Константин. Добрый вечер. Сейчас завершился чемпионат Харьковской области по спортивному бильярду. Поделитесь вашими впечатлениями и какие дальнейшие планы по развитию данного спорта в нашем регионе. Спасибо. Я доволен проведением этого чемпионата. 68 человек участников, хороший организационный комитет, хороший клуб, качественные столы, хороший призовой фонд. И видно, как за 9 месяцев работы нашей команды спортивная жизнь ожила в нашем регионе. Появились новые турниры, появились новые игроки, которых мы не видели, о которых мы не знали. Вот, ну, в целом доволен. А дальнейшие планы, скажем так, график очень насыщен. Следующая неделя, 19 число, команда с Харькова выезжает во Львов на 100-тысячник. Турнир памяти Романа Коваля. Я лично еду в Киев на турнир среди педагогов, скажем так, бильярдно-образовательного направления. Затем у нас турнир среди аматоров. Затем следующее. Буквально каждую неделю, каждые выходные будет у нас турнир до конца года. Через неделю, получается, у нас будет чемпионат Харьковской области среди сеньоров и ветеранов. Потом Кубок Украины по детям, Кубок Украины по взрослым. Финал Кубка «Мистер Моррис» – это любительское направление. Финал чемпионата Харьковской области. И Новый год, 1 января. Так что график очень насыщенный, но с такой командой, я думаю, мы справимся налегке. Спасибо большое. Спасибо и вам. Уважаемые участники, вот и завершился. Завершение. Наконец-то. Завершился, да, чемпионат Харьковской области, 4-й этап по дисциплине «Московская пирамида». И хочу наградить за занятое 2-е место Кононенко Радомира. Юрич. И за занятое 1-е место. Очень сложно был финал. В принципе, как бы финалы всегда тяжелые. Как бы легко не даются никогда. Какой был самый сложный соперник в данном чемпионате? Самый сложный в финале – Радомир Кононенко. Не, ну Вовчик реально красавец. Показал наилучшую игру. Фотографию, пожалуйста, призер. На глазах уже не отбиваются. Что бы вы пожелали начинающим игрокам в данном виде спорта? Ну, я бы пожелал как бы им развития, успехов. Вовка, достижение. Опыта побольше набираться, ездить на турниры как бы разные. Чемпионат Украины, чемпионат Европы, чемпионат мира. Ну, как бы и на наших тоже областях участвовать. В принципе, пусть набираются опыта и как бы будут хорошо играть и выигрывать. Все турниры. Скажите, а собираетесь ли вы участвовать в чемпионате Украины? Да, в Харькове, который будет. Да, конечно, буду. Спасибо вам большое, больших вам побед, успехов. И вам тоже. Let's go.